Вдалеке от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишут про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни океи не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, да плевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на комбайнах. Выпил С2, H5OH, сел на него, Рассельмаш, на ГТ, дом 500, до 150, покормил перед этим поросят. И пошел взять пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но заодно ты знаешь, каждый винтик трактор и внутри получаешь за работу месяц 1003 комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики, арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных тур. Не пускай там пидорас, где снуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают, пусть враги все знают, сучка, кандализ, заразь, никогда отребья натовская не возьмете нас. Выпил С2, H5OH, сел на него, Рассельмаш, на ТТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел взять пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пацанам.